Бывший декан Института экономики и торговли предстанет перед судом. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего декана экономического факультета Орловского государственного института экономики и торговли Ольги Мальцевой, обвиняемой в получении взяток во время зимней сессии 2010-2011 годов от 12 студентов своего факультета. Общая сумма взяток составила около 117 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.